Очень интересный формат такой образовательного мероприятия. Было приятно услышать многие темы, которые для невролога, в общем-то, остаются вне сферы внимания. Ездим по регионам с нашей постановкой, в частности, «Мастер Маргарита», который мы сегодня показали в прекрасном городе Самара. Публика встречает нас каждый раз очень тепло. Мы с большой благодарностью приезжаем к ним, дарим наши постановки, наши эмоции. Это все совмещено с лекциями, поэтому зрители не скучают. Каждый раз кто-то познает для себя что-то новое из исторических справок, из литературного контекста. Мне очень понравилось. Разбирались очень актуальные вопросы и проблемы. Мероприятие запомнилось, понравилось театральной постановкой «Мастер Маргарита», очень интересными докладами. С собой забираем какой-то клад знаний, рассказываем о своем коллективе, и мы можем поделиться не только эмоциями, да, положительными, не только теми знаниями, которые у нас есть, но мы еще и приносим какую-то часть информации в бумажном виде, в электронном виде. Это, конечно, колоссально, нигде такого нет.